Заметное культурное событие осени. В Бендерской крепости прошел масштабный музыкальный фестиваль «Плай». Свои номера приднестровцам дарили участники Евровидения. Паша Парфени, Лидия Исаак, Алена Мун, команда «Sunstroke Project», а также местные звезды группа «Парусник». Фестиваль «Плай Фест» – масштабное 4-часовое музыкальное шоу и один из ярких фестивалей года. Самые лучшие хиты и кавер-версии от известных исполнителей подарили зрителям участники концертной программы. Паша Парфени, Лидия Исаак, Алена Мун, Sunstroke Project и коллектив «Парусник». Подпевали и пританцовывали все зрители. Я пытался найти приют, говорят, что много искал. По словам артистов, Бендерская крепость великолепно подходит для проведения подобных больших музыкальных мероприятий. Выражали надежду, «Плай» сюда еще обязательно вернется. Несмотря на прохладную погоду, фестиваль посетило большое количество людей. То, что зажигательная танцевальная музыка и яркий вокал исполнителей запомнились каждому, было понятно по улыбкам слушателей и бурным овациям.